Ну давай, изобрази что-нибудь. Древесное животное. Иди сюда. На, иди сюда. Ага. А не видно, что там. Давай поближе подходи. Иди сюда. Иди. Иди, пальчиками шевели что. Давай. Ну, не выглядывай, иди сюда. Иди, не бойся. Ну, смотри какая. На-на-на-на-на-на-на-на. Ну иди, что боишься. Посмотри хотя бы, что ничего нет. И потом уже обиженно уйдешь. Давай, что кадры-то сжечь. Иди сюда. Дверь. Что-то как кало какое-то, а? Повис, смотри, увлекся и даже не пытается ничего сделать. Ну, ну так че ты? Ну такая вот вообще девочка. Очень маленькая. Это другая рыженькая девчонка. Это бельчонка такая. Чтобы там-то не бельчонок был, вот бельчонок. Вот он, красавец. Ну иди сюда, иди. Ой, ой. Боится. О, вот они, налетели, налетели. Смотри, они сейчас драться будут. Да ладно, все драться. Ну, не боишься? Давай, иди сюда. На, иди сюда. Не бойся. Ну ведь хочешь подойти, хочешь. А у нас с тобой ни орешков, ничего нет, а? Ну, ну давай, Барбос. А, красавец. Пошел своей дорогой. Неинтересно там. Ходили бы, видели бы все. Тут природа, там природа. О, нашел шишку где-то, губы пошел. Вот это бурундучок, Лен. Бурундучок, смотри, вот он. Вот он. О, боже мой. Не боится вообще. Правда ведь, Элвин и бурундук. Вот такого цвета. Снимай. Заснимаю. А вон там белка, смотри, тут бурундучок. Смотри, как... Вот она природа-то, а? Прям вот, под носом. А белка та смотрит. Да, конечно, а там, смотри, белка с грузовиком зарубается. Этот вот тоже. А вон еще один. Ты посмотри, сколько их тут. Толпами. Еще один. Так я говорю, мы на подъезде они были, да, тут нету. Во, во. Смотри, вон он, иди сюда, вот снимай. Зоопарк прям. Вот это такие гонки белищи. Бурундуки, белки, черные, рыжие. Да тут потому что сегодня такое. Я говорю, а пошли. Вот два шага от дороги и все же. Ну, что выселся? Ну а бурундучки-то вообще малюшки такие. Это как бурундучонки, значит? Ну я не знаю, может и бурундуки. Я что-то в этом скинул-то не маленький. Ну да, а вот смотришь, хвост какой пушистый. Да. Бежит по дороге.